Квик, так, а может ли нейронная сеть научиться, что-то подобное я знаю, нарисую знак стоп, так она не угадывает, я должен рисовать то, что, блядь, нужно. А. Может, это черника. Ты это же знак стоп. Отлично, блядь, белка, пиздец, белка. Может, это трава. Или труба, музыкальный инструмент. Или тигр. Может, это зебра. Или комар. Или еж. Или лошадь. Или скорпион. Может, это верблюд. Блять, это белка, увы, пиздец. У меня нет никаких идей. Ебать, какая ж ты тупая. Это же метла. Блять, окей. Забор. Может, это трава. Это же забор. Часы. Может, это черника. Это же часы. Я черника, блядь! Может, это трава. Или спаржа. Блядь, ты ебанашки. Может, это перо. Или хлеб. Или ноготь. Или камуфляж. Может, это пчела. Или усы. Увы. У меня нет никаких идей. Бля, она не поняла нахуй. Она не поняла. Усы, блядь. Так, еще раз. Миграция животных. Может, это круг. Или леденец. Или йога. Или микрофон. Может, это паук. Или посудомоечная машина. Или мороженое. Может, это знак стоп. Увы, у меня нет никаких идей. Миграция животных, типа, туда, блядь. Виолончель, блядь. Как выглядит виолончель? Для меня все это скрипка, короче. Может, это завиток. Это же виолончель. Пульт. Может, это картофель. Или спальный мешок. Или стейк. Блять, а... Может, это локоть. Или картофель. Это же пульт. Понятно. Следственный изолятор! Может, это стол. Это же следственный изолятор. Ебать, блядь, не успел нажать. Чего? Может, это круг. Это же печенье. Может, это летающая тарелка. Даже не догадываюсь, что вы рисуете. Ума не приложу, что это. Может, это комар. Или пчела. Увы, у меня нет никаких идей. Я не знаю, блядь, я нарисовал нормально шляпу, блядь. Я нарисовал нормально шляпу. Я не знаю, в чем проблема, бля. Какой унитаз? Так, все, последний раз, ребята. Может, это перо. Это же метла. Да, это метла. Туалет, блядь. Может, это фломастер. Или банка краски. Или ангел. Это же туалет. Может, это круг. Это же глаз. Может, это небоскреб. Или книга. Это же барабаны. Может, это ботинок. Или спальный мешок. Или летающая тарелка. Одни может, и те же, блядь. Это енот. Ладно, это енот. Может, это пчела. Даже не догадываюсь, что вы рисуете. Увы, у меня нет никаких идей. Может, это скамья. Или компьютер. Или автомобиль-пикап. Может, это школьный автобус. Это же фортепиано. Блять. Что правильно сказать? Фортепиано. Нихуя...
А, школьный автобус, понятно. Ебать, тут люди, конечно, рисовали охуенно. Бля, ребят, у меня стиль минимализм, понимаете? Блять, кто нарисовал ластик, как я? А, нет, шпальный мешок, погоди, блядь. Вот, так ебать, я почти так нарисовал, полная хуйня, блядь. Это вообще на сыр похоже, блядь. Какой нахуй это ластик, это ж сыр, блядь. Так, окей, барабаны. Ну, я не успел дорисовать, ну, барабаны, блядь, да. А, глаз. Бля, пиздец, окей. И метла. Ну, метла, блядь, у всех метла.